Дорогие друзья, я начинаю урок второй по тренировкам полному дыханию йогов. Урок второй называется 64 удара, разрежение и сжатие. Значит, 64 удара — это у нас продолжительность дыхательного акта, который будет состоять теперь из четырех фаз. Первая фаза – вдох. Она продолжается 16 секунд. После вдоха у меня идет фаза, которая называется задержка вдоха или разрежение. При этом у меня щеки впалые, и на рисунке это нарисовано синие стрелки вот такой формы, где давление сохраняется отрицательным, горизонтальная синяя линия. В это время в легких поддерживается максимальное разрежение, которое было достигнуто в конце вдоха. Эта фаза задержки вдоха длится тоже 16 секунд. Затем я раздуваю щеки, идет фаза задержки выдоха, воздух при этом я не выпускаю, и у меня в легких создается избыточное давление в течение 16 секунд следующих. Это горизонтальная красная линия. Здесь показаны условно щеки раздуты, вот такие две красные линии на розовом фоне под горизонтальной линией. Я сейчас открыл ссылку, которая есть у меня в описании. Я смотрю на нее и объясняю вам. Когда вы будете заниматься, вы тоже откройте ссылку в новой вкладке и слушайте и смотрите, как я буду дышать. И вместе со мной тренируйтесь. И четвертая стадия — это, собственно говоря, выдох. Я плавно открываю рот и в течение 16 секунд путем создания большого сопротивления, зубы сжаты, и маленькая дырочка, вот круглые губы, выдуваю из легких углекислоту. Сначала я объясняю все это для того, чтобы вам было ясно, для чего это нужно. Значит, когда губы впалы, задержка вдоха, я ничего не вдыхаю, просто разрежение мощное здесь в легких. Мышцы диафрагмы в это время напряжены. Диафрагма уходит вниз. А здесь закрыто все. И получается, что в легких разрежение. Это аналогично, как заядлые курильщики делают затяжку. Затяжку вместе с воздухом дыма. Я предпочитаю дым не затягивать, а затяжку делать вот здесь рядом. У меня сосновый лес. А тот, кто отдыхает в Крыму, нужно затягиваться в можжевеловой роще. Это гораздо приятнее и полезнее. В это время, во время разрежения и задержки вдоха, человек вытаскивает из крови альвеол легких вредную углекислоту, которую обычно в крови избыток. И во время этой затяжки эта углекислота собирается в легких. И перемешивается с тем свежим воздухом, которым нужно дышать в сосновом лесу.
Потом третья фаза. Я надуваю щеки, но воздух не выпускаю. И 16 секунд у меня в легких давление избыточное. Это красная горизонтальная кривая давления. Сжатие вальвеолов происходит. Диафрагма поднимается, давит на легкие. И то, что мы вдохнули в сосновом лесу или в можжевеловой роще, азот и кислород входит в кровеносный сосуд под этим давлением через мембраны альвеолоцитов. Альвеолоцитов – клеток альвеолов. Дальше в кислороде сгорают полинасыщенные жирные кислоты. Кровь заряжается отрицательно, эритроциты несут отрицательный заряд клеткам всего тела. И в конце, последняя, четвертая фаза, это, собственно, выдох. Я открываю, стискиваю зубы, открываю немножко губы и... плавно, в течение 16 ударов сердца или вот этого метронома, который бьет с частотой один удар в секунду, вы выдыхаете. Таким образом, я бы рассказал вот один цикл. Сначала нужно правильно сделать один цикл, 64 секунды, а потом, скажем, через несколько дней, когда вам будет это комфортно уже, можете сделать два цикла, затем три. По своему опыту скажу, что так научиться дышать, вот 64 секунды вдох и выдох, с задержкой вдоха и выдоха, не очень тяжело. А вот следующий, третий урок у меня будет, который я тоже сегодня выложу в Ютубе, там немножко посложнее, но и гораздо важнее. Но нужно идти к такому дыханию постепенно. А теперь я постараюсь один, два или три цикла так подышать. Ну вот,
Я сделал два цикла такого дыхания. И сейчас понял, что резко переходить нельзя. Нужно сначала подышать полным дыханием йогов. По 8 секунд вдох, 8 секунд выдох. Раздышаться, наполнить кровеносную систему энергией эритроцитов. Потом сделать упражнение по первому уроку в течение 32 секунд. Вдох и выдох. Там каждая фаза длится вдвое короче. А потом переходить вот к этому уроку. Полному дыханию йогов я учился, наверное, с десяток лет. Простому полному дыханию, где вдох и выдох по 8 секунд. Но нужно развиваться дальше. Нужно совершенствовать свою энергетику. А энергетика человека связана с движением диафрагмы, которая качает кровь. И при вдохе, когда она движется вверх, сжимая легкие, и при выдохе, когда она распрямляется и давит на органы живота, гонит оттуда на очистку сильную венозную кровь. Нужно в этом разобраться, и тогда человек будет дыханием определять продолжительность своего века, качество своего здоровья. Но от качества здоровья зависит, собственно говоря, и богатство человека, и его успех, как в обществе, так и в личной жизни. Тренируйтесь, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Следующий урок я сделаю сегодня, и также его выложу. Постарайтесь разобраться в назначении дыхания, для чего человек дышит. Я вам сейчас скажу. Он дышит для того, чтобы качать кровь. Причем качественную кровь. Если он правильно дышит, гармонично, если у него непрерывно идет вдох и выдох без всяких пауз, это у него будет гармоничное полное дыхание йогов. А если он научится еще задержки сделать вот с такими вот разрежениями и сжатиями, то человек очень быстро прозреет, исправит все свои болезни, очистит сосуды и поможет своему сердцу долго создавать вибрации для того, чтобы нести движение диафрагмы на своей частоте 1 Гц ко всем клеткам тела. Желаю вам успехов в освоении дыхания. С вами был Талыга Николай Васильевич. Здоровья и вечной жизни.